Крупнейшие региональные работодатели на одной площадке – набережной Барнаула. Здесь проходит всероссийская ярмарка трудоустройства. 40 палаток от разных предприятий, и каждый неподдельный интерес. Соискатели интересуются размером зарплаты, режимом работы, условиями труда и даже корпоративной культурой организаций. Многие подходят к палатке Барнаульского пивоваренного завода. Предоставляем нашим работникам бесплатное питание. Вот, часть коллектива у нас занимается спортом, то есть предприятие вносит свою лепту в этот блок. Вот, работники, те, которые побеждают в наших ежегодных конкурсах, выезжают в Горный Алтай туда же. Ну и многие-многие другие вещи. Помимо этого мы же оказываем поддержку различным медицинским, культурным учреждениям. Барнаульский пивоваренный – социально ориентированное предприятие. Своим сотрудникам завод оплачивает путевки в детские лагеря, по договоренности с работником может установить гибкий график, на предприятии имеется даже собственный медпункт. Но и это не все преференции для сотрудников. Работникам оплачиваем телефонную связь, тем, кому это обязательно нужно. Сейчас вот у нас два автобуса ходят, доставляем людей. Завод постоянно думает о том, чтобы привлекать новых рабочих. А для этого как раз вот и нужна эта социальная политика. На БПЗ рады пополнению команды. Здесь всегда востребованы рабочие руки, особенно в летнее время, когда объемы производства возрастают. В теплый сезон как минимум на 50 сотрудников больше, чем обычно, готовы принять на заводе. Требуются операторы на линию, аппаратчики процесса брожения, варщики пищевого сырья и продуктов. К слову, многих студентов такие вакансии заинтересовали. А кем бы вы поработали? Ну, я не знаю, здесь много профессий. Время подумать еще есть, думаю. Ну, например, аппаратчиком процесса брожения. Действительно заинтересованы? Ну, а почему бы нет? А на какую зарплату рассчитываете? Ну, по качеству той работы, которую я выполняю. Ну, мне кажется, так как сам завод престижный, значит, и условия работы очень такие на высоком уровне, иначе люди бы там совсем не работали, и он бы не был таким классным. Высокий престиж предприятия, стабильная достойная зарплата – все это АБПЗ. Там даже начинающий специалист без опыта получает от 33 500 рублей. Притом всегда есть возможность обучаться и повышать квалификацию. Барнаульский пивоваренный стал вторым домом уже более чем для 1000 человек.